Здравствуйте. Вопросы на февраль. Первый вопрос. Пилит ли Таня тебя насчет детей? Когда планируете и планируете, видел отсылку, что... Ну, непонятную отсылочку. Ну вот. Вопрос насчет детей. Номер один. Когда что получилось или уже беременна? Вопрос номер два. Как ты вообще получил визу в Америку? Ну, первый там на полгода. Ты же там, получается, расписался с Таней, а Тани на родителей выиграли грин-карту. Или как это все было? Я это все смутно помню. Или ты вообще мне не говорил? Секрет какой-то остался, большой загадка. Ну и бонусом, секретный вопрос. Третий. Ты дрочишь, что ли? Ответ на первый вопрос. Ну как сказать? Пилит. Да не пилит. Я просто сам понимаю, что мне надо. Как бы так иногда говорит, но я же и сам хочу. Так что такой себе. Если бы я не хотел, тогда уж да. Другой вопрос был бы. Что касаемо второго вопроса. Слушай. Ну, у меня приоритеты такие, я точно смогу с одной. Ну, вот. Ну, не знаю, что там будет через 10-20 лет, конечно. Вот. Но я такой человек, что вообще там, ну, я думаю, изменить вообще не смогу. Вот. Так что вот так вот. Здорово. Видос. Ну что? Не знаю, я вижу себя через 10 лет. Мертвым, блин, наверное. Не знаю. Что как пойдет и что будет именно через 10 лет. Но хотелось бы конкретнее, конечно, меньше посвящать время работе, чтобы был, конечно, свой пассивненький доход какой-то, чтобы можно было, конечно же, проебываться, нихуя не делать. Бля, фура ебашит, пиздец. Ну вот. Так что вот такие вот пирожочки. Конечно, хотелось бы свою квартиру, чтобы уже прошло 7 лет от ипотеки. Как минимум. В идеале, конечно, чтобы я уже все погасил. Не должен был бы уже через 10 лет кредитором. Ну вот. Ну, конечно, чтобы... Найди камеру на 60. Тот или иной бизнес был. Либо там через тортики пробиваться. Или там через какие-то маркетплейсы, что-то типа такого. Вот. Это. А там как пойдет. Неизвестно пока. Так что вот такие вот
мысли у меня на этот счет. Короткий видосик, конечно, получилось. Зато у меня хуй длинный.